Vladimir Putin anunță un amplu program de înzestrare a armatei și marinei militare ruse. Liderul de la Kremlin a enumerat tipurile de arme moderne care vor intra în dotarea trupelor Rusiei. Anunțul vine la o zi după ce a semnat și un decret pentru creșterea efectivelor armatei cu 180.000 de soldați. Realizuется программа комплексного переоснащения армии и флота. А значит, войска поступят уже не единичные, а серийные образцы современных высокоточных средств поражения и бронетехники, авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи. И, конечно, беспилотные авиасистемы разных типов, от стратегических и тяжелых до малых и сверхмалых. А это и разведчики, и ударные комплексы, патрульные, контрбатарейные комплексы, саперы, минеры и истребители.